Четвертый день выставки ProDexpo 2022 входит в свои права. Мы продолжаем ознакомить с интересными людьми, интересными продуктами. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Александр Тормасесов. Я являюсь учредителем компании Yummy Foods. Мы занимаемся производством низкокалорийной продукции без сахара, джемы, нектары, сахарозаменители и прочие сладости, которыми можно себя порадовать. Как раз тренд последних лет – это правильное вкусное питание, низкокалорийное, ЗОЖ, но при этом никто не хочет отказа себе во вкусняшках. Да, все верно. Последнее время набирает оборот уже даже несколько лет. Вот. И самое главное, сейчас и так огромное количество сахара во всех продуктах. И при должном внимании можно, в принципе, отказываться от сахара. Например, используя вот такие продукты, как у нас, это джемы. Здесь вместо сахара используются натуральные сахарозаменители. Они абсолютно безвредные и при этом не содержат сахара и не вредны для организма. Расскажите, где находится ваше производство? Мы находимся в Москве. Производство, соответственно, тоже. И, собственно, ну, из Москвы осуществляются все поставки, вся работа. По поводу поставок расскажите про вашу географию, с кем вы уже работаете, в каких регионах? Мы работаем, соответственно, на территории России во всех регионах. В некоторых регионах есть свои представители. Также работаем с сетями в Казахстане, Белоруссии и прочих странах. Армения еще у нас присутствует. В общем, мы расширяемся. Это замечательно. Расскажите, пожалуйста, вот я вижу джемы. Какая в линейке палитра вкусов? У нас 12 вкусов, сейчас не буду перечислять, но, в общем, практически все ягоды и фрукты, которые есть, мы использовали в производстве джемов. Там и абрикос, вишня, малина, то есть всевозможные вкусы. Спасибо вам. Наверное, хочу, чтобы вы сказали пару слов еще своим потенциальным клиентам, которые наверняка есть на нашей выставке. Заходите к нам на стенд, у нас проходит дегустация, мы будем очень рады вас видеть и рассказать про наш продукт более подробно. Спасибо.